Благословенный месяц Рамадан произошло несколько событий, которые были вписаны в историю ислама золотыми буквами. Одним из таких событий была Великая битва при Бадре, которая произошла во втором году по хиджре, в которой Всевышний Аллах одарил мусульман победой над язычниками. Тот благословенный день Всевышний Аллах назвал Яумуль Фуркан, день развлечения, в 41-м аяте суры Аль-Анфаль, потому что люди смогли отличить истину от лжи, а прямой путь от заблуждения. Битва при Бадре стала показательным примером того, как малочисленный отряд мусульман одержал победу над войском, превосходящее его как численностью, так и вооружением. Сподвижники пророка, алейхиссаляту вассалям, одержали победу колоссов Бадра исключительно потому, что стремились возвысить имя Аллаха. Рамадан для них не был временем исключительно поста, чтением Корана и ночных намазов. И тем более они не проводили его так, как проводят сейчас некоторые современные мусульмане, которые спят по полдня и едят полночи. Они использовали это баракатное время для джихада на пути Аллаха. Их энергия увеличивалась в геометрической прогрессии, когда речь заходила о возвеличивании ислама и сражении на его пути. Если верующие будут следовать их примеру, терпеливо выполнять предписания религии, сторониться ослушания и неповиновения, то биидни ля, они непременно добьются успеха как в этой дуне, так и в ахире.